Смертельное ДТП произошло на зебре в Нягани. Здесь водитель Форда сбил пенсионерку. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Владелец иномарки скрылся с места аварии, и горчанка скончалась. Как сообщает пресс-служба окружной госавтоинспекции, оказалось, что водитель не имел права на управление транспортным средством и находился в состоянии опьянения. Всего за сутки на дорогах Югры полицейские зарегистрировали 4 ДТП. В них пострадали трое. Один человек погиб. Не обошлось без штрафов. 9 водителей задержали за управление транспортом в состоянии опьянения. 6 человек отказались от медицинского освидетельствования. Трое сели за руль под шофе не в первый раз. Еще 74 водителя оштрафовали за выезд на встречку. 41 за нарушение требований к перевозке детей.